Здравствуйте, любители баяна и гармонии! С вами профессиональный музыкант, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, а также официальный представитель фабрики «Тульская гармонь». В этом видео я хочу вас познакомить с очень интересным детским инструментом баян Тула 46 на 80. Это идеальный вариант для начала обучения в музыкальной школе самых маленьких детей с 7 лет. Раньше в музыкальные школы на баян брали детей в основном с 9 лет. Почему? Потому что не было специальных маленьких инструментов. И нужно было дождаться, пока ребеночек немножко подрастет и окрепнет, и дорастет до баяна, например, этюд, который выше по габаритам и тяжелее. Он весит примерно 8 килограмм. Или сейчас у нас есть модель Тула 209, и в трехрядном исполнении, и в пятирядном исполнении, но она опять-таки весит немного больше 8 килограмм. Для 7-летнего ребенка это и высоко, и тяжело. Поэтому на фабрике у нас есть две модели. Есть модель одноголосная, можно даже деткам и с 5 лет уже обучаться, но из этой модели достаточно быстро ребенок вырастает, то есть приходится покупать следующий инструмент. А модель 46 на 80 – идеальный вариант, когда ребенку уже не тяжело, и по размерам этот инструмент более компактный, и он может играть на этом инструменте достаточно продолжительное время, потому что диапазон пригоден для разной музыки и подойдет и для обучения в 3-м, 4-м классе и так далее. Это уже все индивидуально, зависит от ребенка. В наличии есть вот такой замечательный инструмент. Он практически в базовой комплектации, хотя сама комплектация очень хорошая. Двуголосный инструмент с кусковой планкой, резонаторы деревянные. Есть и отдушник для бесшумного сжатия меха, и регулировка левого ремня. В комплекте идут хорошие плечевые ремешочки, лучше этих, эти у меня проверочные. Корпус с 20 радиусом. И дополнительно именно у этого инструмента мех обтянут итальянской обводкой, итальянским лидерином. Цена данного баяна 60 тысяч рублей. Вы его можете приобрести сразу после просмотра этого видеообзора. Звоните по телефону, который указан, или пишите через интернет. К телефону подключен Viber, WhatsApp и Telegram. Продемонстрирую звучание баяна. Для вас прозвучала известная песня «Одинокая гармонь» в тональности до минор. Ну а теперь в ля минорчике сыграю песню казачью «Ой, прилушку, прилушке». Если вам понравился этот инструмент, то очень удобное время для его приобретения, потому что лето обязательно пробежит очень быстро. Вроде только началось, а завтра уже будет август. И нужно будет готовиться к учебному году. И будет особый в августе ажиотаж по поводу покупки любых музыкальных инструментов. Поэтому лучше сделайте выбор сейчас. Ну а если вы хотите инструмент в другом цвете или хотите более богатую комплектацию, то тоже мне можете позвонить или написать. Я вам пришлю полностью прайс. Можете заказать инструмент под себя. Да, тогда нужно будет подождать несколько месяцев, но, возможно, вас этот вариант тоже будет устраивать.
С вами был официальный представитель фабрики «Тульская гармонь» Павел Уханов. До свидания.